1 марта должны состояться промежуточные выборы депутата Харьковского областного совета, который займет место Добкина на ближайшие 9 месяцев. В его первый мажоритарный округ входят 6 районов Харькова, где больше 500 000 избирателей, а это четверть всех избирателей области. Чтобы обеспечить там выборы, нужно создать 309 избирательных комиссий и нанять 5000 работников. Это стоит 5,5 миллионов гривен. Из-за тяжелой экономической ситуации облсовета и администрации эту сумму не заложили в бюджет. Избирком подал в суд. Закон требует, не оставляет другого выбора. Да? Он не говорит, что можете сделать так, или, можете, или в случае, если нет денег, тогда, пожалуйста, вот, делайте что-то другое. Закон говорит о том, что мы должны назначить выборы, а областной совет, местный бюджет должен эти выборы профинансировать. 10 января стартовал избирательный процесс. Один из кандидатов, экс-нардеп Игорь Швайка, говорит, хочет стать депутатом облсовета пусть и на 9 месяцев. Он считает, расходы на выборы не заложили в бюджет, так как политические партии не хотят тратиться из-за такого короткого срока. Ни партии регионов, ни Народному фронту, ни блоку Петра Порошенко нікого висувати. Ніхто не хоче вкладатися в вибори там, де термін дії твоїх повноважень буде 9 місяців. Це те, на чому завжди наголошувала «Свобода». Ми завжди виступали за будь-які позачергові вибори. Тоді вони перестають бути привабливими як об'єкт для інвестицій бізнесменів, які собі статус купують на 5 років. Окружной административный суд принял решение обязать обладминистрацию подготовить проект изменений в бюджет с учетом расходов на выборы. Вопрос должен быть рассмотрен на сессии областного совета. Виктория Вашкевич, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».